Всем привет. Машинка? Триммер. Я извиняюсь. Триммер. Точная копия одной машинки. Не буду говорить, какой. Скажем так, мотор здесь роторный. Нож хромированный, но он золотистый еще. Заряжается на 3 часа. 3 часа работы. Фишка в чем? То, что есть огромный плюс, есть индикатор. Она даже напоминает о том, что ее надо смазать. Вот этот приятный звук пип. Мотор здесь, я уже говорил, роторный. Сделана из металла. Эргономика просто отличная. Поработали мы. Да. Поработали мы ей, сделали стрижку. Я, честно, не ожидал. Она очень шустрая. Мы ускорялись, снимая, то есть так вот снимали. Сейчас попробуем быстро. Вот так вот снимали. Идеальный срез, четкий, очень быстро. Но это за счет того, что роторный двигатель, да, за такие деньги, я считаю, это лучшая машинка, лучший триммер. Не. Мокрый его. Подача тоже очень красивая. Что у нас в комплекте? В комплекте у нас идет такая красивая коробка. Идет зарядка. Ну, зарядка мне не нравится. Зарядка сильно тонкий шнур. Ну, как бы она свою функцию выполнять будет. Главное зарядить. Вот. В комплекте идет раз, два, четыре насадки, кисточка и масло. Да, четыре насадки. Там идет 3,4. Документация. Документация, инструкция. Можно, кстати, на сайт, так понимаю, перейти. Ну, батарея литиевая, то есть когда захотел, тогда зарядил. То есть не надо полностью разряжать, потом заряжать. То есть нету вот этой памяти. Химическая память. Вот, здесь ее нету, то есть машинка за такие деньги, еще раз повторюсь, супер. В комплекте там идет 4 насадки, 1,5, 3, 4,5 и 6. Да, еще есть вот такая петелька. Петелечка красивая, то есть можно вешать, можно ставить на стол, я думаю, клиент заценит. Выглядит она богато, также здесь ее можно играться, настраивать, перенастраивать, пружины все на виду. Там высота среза всего 0,1 мм. Да, и очень легко, снимают вообще идеально. Даже перенастраивать не надо. Легкий доступ для того, чтобы капать роторным маслом. Угу. Вот сюда вот. Вот. Золотая кнопочка. Ну, самая классная фишка – это индикатор заряда. Угу. То есть показывает, сколько она заряжена. Три часа работать – это, я думаю, день можно будет. Ну, она, ей же не постоянно надо будет работать. Это как бы вспомогательная машинка, конечно. Триммер. Там окантовочку где-то бока снять, где-то затылок снять. Ну, с маслом справляется. Плюс хорошо. Кто, да, там любит выбривать всякие узорчики, она идеально для этого подойдет, поскольку выставлена уже в 0,1, по-моему. 0,1 мм. Да. Рекомендую. Я потом. Спасибо. Вот 15 лет назад я ему сделал первую стрижку, он с тех пор у меня стрижется. Годик, что ли, когда? Да.